Ну а теперь обо всем подробнее. 1400 северян смогут в этом году бесплатно поехать на юг благодаря программе по оздоровлению, которая действует в Мурманской области. Ветераны, бюджетники и другие категории граждан получат путевки на юг, чтобы укрепить здоровье, отдохнуть и вернуться с новыми силами к суровым условиям жизни на Крайнем Севере. Оздоровление северян – это то, что обеспечивает и качество жизни, ну и не буду скрывать, как глава администрации, повышает производительность труда после отпуска. Мурманская область – один из немногих регионов России, где еще действует такая программа, несмотря на то, что последние годы финансирование резко сократилось. Несколько лет назад 30 миллионов забрали с этой программы, именно с категории этих людей, для этих людей, так посчитало правительство области, при том еще губернаторы, и передали эти деньги для пожилых людей в возрасте старше 70 лет. И эти люди стали ездить не только на Черноморское побережье Кавказа, а непосредственно здесь, в нашей санатории. Несмотря на ограниченное финансирование, программу намерены сохранить, ведь такая поддержка крайне важна для населения. Люди приезжают, они должны быть довольны. Если кто-то недоволен, знаете, бывает объективное восприятие, необъективное, все равно это требует проверки. Поэтому помимо цены, очень важный фактор – это качество. Ну и самое главное, что результат – это оздоровление северян, как и называется эта программа. Путевки распределяются между городами и организациями Мурманской области. Чтобы получить ее, нужно обратиться к работодателю, если вы заняты в бюджетной сфере, или в Управление защиты населения, если вы ветеран, пенсионер старше 70 лет или имеете иные льготы. Александра Клепцова, Павел Третьяков, ТВ-21.